Привет, зрители! Sportage Black Edition. Премиум-версия максимальной возможности сегодня в рубрике «Разгон до сотни». К сожалению, по причинам, зависящих от меня, я не смогу продолжить рассказы про этот автомобиль в силу того, что таксист нанес свой удар. Автомобиль будет некоторое время находиться в ремонте. Тем не менее, разгон я сделать смогу. Чем отличается Premium Black Edition? Тем, что единственное сочетание мотора и максимально упакованного салона. Упакованного чем? Конечно же, опциями. Здесь столько их, да, что лишь одно свободное место есть для кнопки. Вот оно. Что здесь? Напишите, может быть. В остальном, навороты максимальные. Полностью забита передняя консоль. Полностью вот эта вот часть, да, с ручным тормозом, ну, электронным, конечно же, все круто. Все здесь максимально сделано для того, чтобы вы получили полностью удобный и комфортный автомобиль. Я всегда говорю, лучше взять машину проще, но с максимальным комплектом опций, да, здесь даже есть адаптивка, ох, класс, да, чем взять барабан дороже, да, пускай там будет бренд круче, да, но вы будете ездить и все время, да, крутить самому там весла какие-нибудь, еще что-нибудь. Здесь максимум от Kia в эксклюзивной версии Black Edition. Круто? Круто. Разгон до сотни. Сегодня посмотрим, на что способен 2.4 мотор. До этого был 2-литровый, ну а теперь проверим. Единственное, что шины, конечно, у нас зимние, шипованные, и динамика летом должна быть лучше. Уж слишком много сопротивления качению эти самые колеса оказывают. Да, надо отключить систему удержания в полосе, она по соображениям безопасности все время включена, но вы сами знаете, я езжу не всегда как нарисовано, но разгоняю машину всегда в пол того, чтобы получить максимум. На что способен Sportage 2.4? Давайте посмотрим, давайте оценим возможности автомобиля. С одной педали здесь, бытовой разгон, да, как обычно, и с ложек с двух педалей, чтобы максимум, да, максимум паспорт показать. Поехали. А, забыл включить климат, но теперь дело сделано. Да, да, погода стоят не самые лучшие, шум от шин, прям вот он, да, проникает в салон, шипы, вот шипы, они говорливые, Nokian Hakpilita 9, это не тихая вам резина. Жду я, как все это растает, и автомобили получат летние колеса, тогда про шум можно будет говорить более интересно. Бытовой разгон. Race Logic. Race Logic показал 9.75. Паспорт 9.6. Очень близко, но учитывая, что, отмечу, да, у нас резина зимняя, температура уже, да, плюс 7. Чем теплее, тем меньше КПД у моторов. У бензиновых идеально, да, там в минус 40 вообще разгонять машину. Или там в минус 60 даже. Почти полный бак, ну, естественно, разгон, скажем так, может быть лучше. Определенно. Поэтому я уверен, что паспорт едет. С другой стороны, 9.6, конечно, это не то чтобы быстро. Не то чтобы быстро, но я бы, конечно, предпочел бы сюда двигатель 1.6 с преселективом. Но у Спортстажа почему-то, да, в отличие от того, что Тусана родственного, такого мотора вообще не было предусмотрено, по крайней мере, в России. Вот так. Вы, любители атмосферы, любители классических решений, вы в этом виноваты. В том, что машина едет медленнее, чем могла бы. Вернее, вообще не имеет такой опции. Так что имейте это в виду. Ну а так, да, жестковатый автомобиль, откровенно говоря. На зиме приятнее, на лете будет жестче. Совершенно нейтрально на Спортаже ездить, я вновь повторю все свои слова. Это совершенно нейтральный, как я говорю, стерильный автомобиль. Еще той эпохи, когда корейцы уже научились делать автомобили, и делали их, и делают хорошо, но еще не добавляли вот той изюминки, да, которую все ищут, да, обычно это делают журналисты, потому что им делать нечего, они там придумывают какие-то изюминки. Но я чувствую, что эта изюминка присутствует, ну, в новых корейцах, например, очевидно, да. Она там есть уже в К5, да, уже чувствуешь, да, какая-то вот перчинка появилась, да, вот со специями теперь еда. Не просто такая сытная, хорошая, здоровая пища, а со специями. Вот это мы любим. Видите, как я в последнее время на пищевую тему перешел. Видимо, это главное, чем я живу, да, вкусно питаюсь. Ну, это понятно просто, доходчиво. Поэтому теперь корейцы уже, да, следующий Спортаж уже будет, я думаю, прям тоже прям с премиальным таким, да. Ну, а что, ну, езжай, как
Я их боюсь теперь, боюсь. Они теперь ездят вообще как хотят те ребята ездят, поэтому этот, я тебя с таксистов особо боюсь, короче. Вот. Так что, друзья, Спортаж изучили. В этой версии, безусловно, интересное предложение, потому что есть реально все. Только Илса не хватает. Тут Селтос, кстати, Селтос даже поинтереснее будет, получается. Но он поменьше, соответственно, да. Вот. Ну и стоит доступнее даже в полной упаковке. Но там нет, например, двухзонного климата, по примеру. Так что, друзья, выбирайте топовую версию Спортажа. Это приятно, это комфортно, с максимальными опциями, потому что, да, у вас будет машина окутывать этими опциями, будет очень классно, очень здорово. Ну, а в остальном Спортаж, что называется. Будем ждать следующего поколения, когда он там грядет у нас. Ну и пока никаких нет противопоказаний к выбору по такого автомобиля по этой цене, да. RAV4 уступят, как-то неудивительно, но Спортажу, корейцы знают, вот они маркетинг не умеют, они прям четко определяют свой автомобиль, место прям вот, опа, и всем приятно сразу, и покупателям хорошо, он думает, ох, зачем я там пойду куда-то еще, я вот эту машину возьму, так что имейте, в общем, друзья, в виду, Спортаж определенно хорош. Разгон мы изучили, возможности оценили, до встречи, пока!